Всем привет! Вы на канале Домашние питомцы. С вами я, Света. Ребята, я решила купить Мэнни вот такую вот штучку. Мне одна подписчица или не подписчица, не знаю. В общем, одна девочка сказала, что крысам необходимо давать мел, что типа он просто, можно сказать, его можно прям чуть ли не насильно в них, так сказать, вливать, впихивать. Ну, конечно же, я против этого, потому что я считаю, что все-таки можно просто обойтись камнем, и что типа если крыска не грызет камень, то значит ей не нужно давать как-то дополнительно этот мел. Но я решила попробовать просто. Я неожиданно нашла вот такую вот вещь. В зоомагазин ходила с наполнителем для Мэнни. Это кузя какой-то, мел кормовой для животных и птиц. Стоит он 75 рублей. И вот, собственно, его состав. Способствует улучшению обмена веществ, формированию скелета животных и птиц. Рекомендуется добавлять в мягкие корма. Состав мел кормовой. Подкормка не является самостоятельным кормом. Это добавка к основному рациону. Срок годности у него не ограничен. И, в принципе, больше здесь ничем не указано. Ну, вон, что это экологически чистый продукт написано. В общем, мне интересно, может быть, действительно стоит Мэнни подавать этот мел, потому что в нем есть кальций, который укрепляет скелет и зубы. Но, честно говоря, я не думаю, что он будет его есть, и я не совсем понимаю, действительно ли он ему нужен, потому что, как я уже сказала, мне кажется, что ему кальция вполне хватает. Однако я решила посмотреть, что будет, если дать этот мел. Мне интересно, он будет его просто так есть? То есть, если я, допустим, его насыплю в кормушку и дам ему, он будет его есть просто так? Мне вот реально очень-очень интересно, как он вообще на него среагирует. Поэтому давайте с вами попробуем провести такой эксперимент и так и сделать. Будет интересно. Итак, я насыпала мел своей мега-ложкой. Подарок в виде черепа. Так, тут надо немножечко, я рассыпала. Я его даже на вкус попробовала. На вкус он как самый обычный мел. Да, то есть прям мел-мел. Я, кстати, в далекие школьные времена пробовала мел, так что я знаю, какой вкус у мела. Вот я решила сюда немножечко насыпать, и пойдемте посмотрим, как среагирует на него Мэнни. Итак, такого он еще не ел. Так, Мэнни, ты хочешь это попробовать? Мэнни. На. Че это за хрень? Че это такое? И че это вообще съедобно, да? И что, это надо есть? Это вообще, это съедобно? Тебе нравится мел? Скажи, что ты думаешь о нем? Тебе нравится мел, малыш? Как он? Ты все рассыпал, моська моя. Ты взял и все рассыпал. Он немножко в шоке, он не понимает, что это такое, он пытается это взять в руки. Он это берет в руки и все просыпает просто. Мэнни, это не надо брать в лапки, это надо просто есть. Ты мне сейчас все рассыпешь, мне придется убираться здесь тряпкой, а ты тряпку же не любишь. По-моему, он будет просто хочет копаться в этом. Мэнни, ты мне все рассыпал. Ну что это такое? Он чихает от него. Он от него просто чихает. Все. Нет, вы это видели? Он его немножко попробовал, погрыз, рассыпал все, почихал и просто убежал. Мэнни, а вот это кто будет есть? Эй, а кто будет доедать мел? Слушай, мне сказали, что крысы должны любить, не знаю как, мел. Мне сказали, крысы обожают мел. Вот все, ешь вон, почему топтишься? Ну, полы тут были вымыты недавно, так что, ну, в принципе, сам виноват. Не надо было просыпать. К тому же он его не ест, он его копает.
Ныне чё, всё? Тебе не нужен мел? Скажи мне, хватает кольца? Я довольна. Смотрите. Отпечатки. Отпечатки лап просто. Блин, что это такое? Ладно, так, это я сейчас выбирать буду. Мэнни, ты что? Ты что-то? Ты пошел что-то другое есть, да? Ты что? А, да, он там что-то грызет. Он вон оттуда что-то стырил с миски. И что-то туда в домик понес есть. А мел тебе не зашел, да? Мел не зашел. Ну, у него висит минеральный камень, он его не грызет. Вот так вот, да? Минеральный камень ты не грызешь. Почему ты не грызешь? О, давайте попробуем вот так вот сделать. На, будешь? Мел. Да, слизывает. Он меня кусает. Не сильно, правда. Блин, смешно так. Мэнни. Нет, ему не понравилось, походу. Он не ест его. Мэнни, тебе не понравился мел, да? Скажи, гадость какая-то непонятная. Какая-то гадость непонятная. Думал, что я его зову что-то вкусненькое попробовать, а это просто мел. Ну, в общем, ребят, как крысы реагируют на мел? Ну, не очень хорошо. Возможно, его надо, конечно, добавлять там в какие-нибудь кашки или еще куда-то. Я не знаю, буду я это делать или нет, потому что, как я уже сказала, мне кажется, что ему кальция хватает, потому что крысы, они же не дураки, да, то есть, и как бы, если они вся в мелу теперь, вся в мелу в этом, если они будут чувствовать, что им не хватает кальция, они будут есть мел и минеральные камни грызть. Так что, все ему хватает, ну, в общем-то. Ну, вот попробовать надо было. Девочка сказала, что крысы обожают эти мелки, но я могу сказать, что нет. Возможно, ее крыски обожают мел, мой не обожает мел. Так что, да, я, возможно, буду его добавлять в кашки как-нибудь, надо еще почитать в интернете дозу какую, и только если вот так вот. Либо просто пускай лежит, может для чего пригодится. Ну, а с вами была я, Света. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня на просторах Ютуба. Любите крыс. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если да, то ставьте лайки. И всем пока.